Ніяка. Ти набив мені папіроси? Ніяк, ніяк. А чому ж ні, то я тебе велів. Мало ли що ти. А когда? Нет, то ж ви тут всі зазнались. А я от Раїсі Павловні скажу. А вот и не скажете. Вы принесли курить, боитесь. Чтобы были набиты. Не 10 раз тебе говорить. Да. Что, вы с ума сошли? А что это вы такой герцогиней смотрите, красавица вы моя? За что вы меня все время обижаете? Что я за игрушка для всех в этом доме? Я такой же человек, как и вы. Вы в самом деле мне нравитесь. Ах, да мне надоело. Что за дело? Какой вы имеете право трогать? Ну что вы светитесь-то неизвестно за что? Всякая важность. Уж и тронуть нельзя. Свою? Да не трогать. А кто мне запретит? А если не ваш? Если чужое, тогда что? Это вы все дело испортите. Какое дело? А вы не знаете. Раисе Павловне угодно, чтоб я женился на вас. А что Раисе Павловне угодно? Тому и быть. Да. Мы с вами люди бедные. Дожидаться, погода прогонит. Покорно благодарю. Куда мне? К матушке бить сорок ворон за чужим двором? Да тише вы, сударь. Улей того. Идет. Чего вам? Потеряла я. Ха, потеряла. Ничего ты не потеряла. Идите вон, у вас свой департамент есть, мы к вам не ходим. Меня не найти. Захочу поискать, так и найду. А может, уж и нашла. Вас уже как заметить? Да. Если вы это полно спросите, я в своей комнате буду. Слушаюсь. Марин, Марин. А что как? Что как? Аккуратнее надо быть. Недаром тут улита ползает. А ты иди все. Понравится ли это барыне? Неизвестно, куда вас вчера из Павла повели. Так что вы ходите и смотрите все в глаза. Что? Прям в глаза? Непременно в глаза. Так ходите. И смотрите, там без разговора ли еще может из чего, не сможете понять. Нет, вот, а они идут.